أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Итак, продолжаем уроки по окнам, то есть окна, открытые вокруг нас и в нас самих по знанию Всевышнего. 14 окно. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. По смыслу этих аятов, все сущее во всем и в каждом деле нуждается в одном единственном всемогущем Создателе. Когда мы смотрим на существа этой вселенной, то есть взглядом мудрости, если посмотреть, то замечаем, что в слабости видны проявления абсолютной силы. То есть какие-то бессильные создания сверх своих возможностей, удивительно, откуда какие-то силы у них появляются. То есть среди абсолютного бессилия есть признаки абсолютной мощи. Достаточно только понаблюдать за произрастающими слабыми семенами и корнями растений во время пробуждения узелков их жизни. То есть такие, как шелк, мягкие корни растений и трав пробивают твердую землю и камни. То есть такой, вдруг откуда такая сила появляется. И в абсолютной бедности и сухости есть проявление абсолютного богатства. Стоит только сравнить нищенское положение земли и деревьев зимой с их пышным богатством и изобилием весной. То есть Всевышний Аллах что делает? Постоянно показывает, что эти сами создания – этим не обладают. То есть создание причины настолько бессильные, слабые, бедные, а появляющиеся за завесой них потом такие удивительные следствия не могут быть их результатом. То есть если так, скажем, кукольные театры идут, когда, скажем, дети, да, там куклы, да, видно, да, что они двигаются, разговаривают, там что-то как-то двигают, какие-то качества, признаки жизни, умение говорить, разум какой-то. Но потом смотришь на эти сами куклы, если посмотреть, это деревяшка, то есть неживое. А, становится понятным, что за завесой кто-то управляет ими. Точно так же вот эти все причины, которые есть, они не имеют воздействия. И вот эта вся красота, скажем, сила, богатство, которое мы в них наблюдаем, является принадлежащим Всевышнему Аллаху. В абсолютной бедности и сухости есть проявление абсолютного богатства. Стоит только сравнить нищенское положение земли и деревьев зимой с их пышным богатством и изобилием весной. И среди абсолютной безжизненности просачиваются струйки жизни. Например, когда неорганические элементы превращаются в живые материи. То есть неорганические элементы, не имеющие жизни, вдруг обретают жизнь. То есть почему? Потому что один живой и сущий творец их оживляет. И среди абсолютного невежества виднеется проявление всеобъемлющего разума. Взгляни, настолько мудро и разумно располагается и двигается все сущее, от частиц до звезд. В порядке, совпадающем с устройством мира, с запросами жизни и с требованиями мудрости. То есть какой-то атом, допустим, или там даже частицы этого атома, настолько разумно себя ведут, как будто они видят все остальное в мире, то, что происходит, и в соответствии с этим двигаются. Но это невозможно. Или, допустим, неживые какие-то звезды там, или такие неразумные существа. Но во всем видно, что все очень четко и разумно устроено. Интересно такое размышление, такое, например, делал. Скажем, вот сейчас есть, говорят, такие машины, там некоторые, да, фары сделали у них. Такие фары сделаны, что когда приближается другая машина, она что делает? Эта фара автоматически уменьшает ближний свет, делает, чтобы не ослеплять, да. Потом, когда препятствие проходит, опять что делает? Она опять начинает сильный свет давать. То есть разумный человек, он скажет, что насколько как бы продумал этот мастер, сделал такую
машину, такую фару. А глупый скажет, что о, какая умная фара. Она видит там эти приближающиеся машины, думает, а надо сейчас мне меньше светить. То есть глупость. Точно так же мы видим, что среди абсолютного невежества виднеется проявление всеобъемлющего разума. Взгляни, насколько мудро и разумно располагается и двигается все сущее. От частиц и до звезд. В порядке, совпадающем с устройством мира, запросами жизни и требованиями мудрости. Итак, эти наблюдающиеся сила в слабости, мощь в бессилии, богатство и достаток в бедности, разум и жизнь в безжизненности и невежестве. То есть мы видим, что сами причины, они слабые. Они что, бедные? Они невежды и нет в них жизни. Но мы видим проявление этой силы, этого богатства, этого разума и жизни. Следовательно, вот это богатство, разум, сила, жизнь этим причинам не принадлежат. Это проявление их, проявление в них вот этих качеств Всевышнего Аллаха. Когда, например, в зеркале, например, свет солнца, его тепло и сенс этого проявляется, в созданиях проявляются вот эти качества Всевышнего Аллаха, но они им, этим созданиям, не принадлежат. Итак, эти наблюдаемые сила в слабости, мощь в бессилии, богатство и достаток в бедности, разум, жизнь и разум в безжизненности и невежестве со всех сторон раскрывают окна к необходимости бытия и единственности абсолютно могущественного, абсолютно сильного, абсолютно богатого, абсолютно знающего, живого и сущего обладателя этих имен. А все вместе они показывают широкий и сияющий путь. Итак, эй, беспечный, угодивший в болото натурализма, если не оставишь природу и не познаешь силу Аллаха, то тебе придется в каждой вещи, даже в каждой частице, принять существование бесконечной силы и мощи, бескрайней мудрости и мастерства. Скорее даже придется поверить, что каждая вещь настолько могущественна, что сама способна обеспечивать не только свое существование, но и управлять другими вещами. Потому что все связано со всем. То есть именно взаимосвязи этих созданий есть. А это невозможно, чтобы они сами и собой еще другими вещами всеми управляли.